В Москве в выставочном зале Товарищества живописцев открылась экспозиция известного современного художника Константина Елихова, выпускника Суриковского училища. Зрителям представлены портреты, картины и пейзажи, в том числе и на православную тематику. Ольга Снесаренко отправилась на выставку. Для Константина Елихова это четвертая персональная выставка. На ней можно увидеть более 50 работ, в том числе и на религиозные темы. «Монастырский сад», «Мария и Марфа», «Любовь и Адам», «Сын священника» и «Нищий мальчик». Это название только некоторых из них. И картина также вот «Большая в лавру» называется, где хотелось бы показать срез непосредственно вот наше общество, именно кто идет в лавру православного. Казалось бы, все они идут разрозненно, но их объединяет какая-то общая идея, свет. Вот это все хотелось именно средством живописи, средством света, линии высказать такую точку зрения свою, в том числе и на православие, которое несет как бы свет, добро. А картина «Молитвенная беседа» посвящена сестрам Суздальского Резоположенского монастыря, где художник очень часто бывал и даже делал фресковые росписи. Константин Елихов сам человек верующий. Это впиталось генетически, так как у меня еще все бабушки, прабабушки, в том числе и в советское время, у нас всегда были в доме иконы, были верующие. Постепенно, учась в училище, я читал Библию, делал какие-то сюжеты в институте в Суриковском. Я очень много копировал фресок, икон. Поэтому это все как-то вот в меня генетически в кровь, наверное, вошло уже и остается во мне. То есть это мои мысли, которые я высказываю уже непосредственно цветом. Как отмечают искусствоведы, произведения Константина Елихова сочетают в себе и европейский лаконизм, и восточную тайну стихии цвета. Не случайно эта выставка называется «Синее и золотое». Это любимые цвета Востока, которые господствуют и в русской культуре. И то, что мы видим здесь сегодня, это не только по темам и сюжетам связь с православием, с русской темой. Это мы видим на этих картинах, которые окружают нас. Но это и более глубокое, более символическое понимание Руси, потому что сама тема «синее и золотое», она, конечно же, навевает нас на воспоминания синего фона фресок, золота мозаик византийских. Константин Елихов посредством своих картин обращается к духовному началу человека и напоминает о корнях русского народа. Зачастую ценные для христианина образы проявляются сквозь бытовое повествование. Выставка продлится до конца недели.